керамички, женские гробницы, я еще от фараона. Как мы уже рассказали, у нас есть возможность зайти в пирамиду и там сидеть, спуститься на 25. И там есть коридор, и в конце коридора погребание. Если кому-то надо сфотографироваться, смотрите, этот парень, его зовут Рамазан. Приходите с ним покататься на Сфердуре, посмотрите, он делает такой тур. Тур, который отвезти вас до сфинкса, фотографировать вас на фоне 9 пирамид, сделать такой большой тур, который продолжается во времени не меньше полчаса или 30 минут. Если вы хотите с ним покататься, он вернет тоже вас туда и даст вам его, отдать ему фотоаппарат, фотографировать вас. Длинный тур, который продолжается минут 30-40 по 10 минут. Сфинкс тоже один дом. Меньше тур, он делает вам за обед. Без проблем, все варианты у него есть. Покататься, потом зайти в пирамиду, потом прийти, прикоснуться к вечности. Эта экскурсия на Фердуре очень классная, очень хорошая. Можете с ним. Можно один? Что хотите? Верблюд. Пожалуйста, можно. Пожалуйста. Кому катался блюд, сюда ед, кто хочет с ним. Сколько стоит? Ялла. Давай.